Поехали. Друзья, всем привет. Здравствуйте. Сегодня мы будем... чем мы сегодня будем, Вадим? Я уже забыл. Батончики у нас здесь. У Вадима батончики, и у меня тут батончики из магазина. Но не Твикс, и не этот, не Сникерс, а неизвестных фирм, в общем, такие. Да, неопознанные летающие шоколадные батончики. Вот. И мы будем их пробовать сегодня. Да. Да. И мы узнаем, можно ли развлечься дешево. В общем, смотри, что у меня есть. Это из магазина Светофор. Да. Называется Супер с нугой карамелью. Вот такая вот пачечка. Да. Так, сколько она? По граммовке, я даже не знаю. Не просроченная. А где грамм? А, 500 грамм. 500 грамм. Потом у меня вот такая двойная радость. Прям двойная? Да, похожая на что-то на Твикс, наверное, скорее всего. Покажу. Да, ну там будут две палочки. Да, да, да. 8 раз. Это из магазина Светофор. И вот, магазин. Вот такая еще пачка. Называется Шокозавр какой-то. Шокозавр будет в шоке. Да. Вот. Это эти три пачки из магазина Светофор. Угу. Общая стоимость вот этих трех пачек 270 рублей. Прикольно. Это недорого вообще. И из магазина, да, два батончика. Там вообще, если честно, в магазине мало, ну, выбора. Угу. Там нету батончиков, там есть стандартные типа. Ага. В общем, Супер Степ. И вот это похоже, наверное, на Марс. Помнишь шоколад? На НИ. Ну, похоже, как будто Марс. Дело. Так, сейчас скажу, сколько это стоило. Похоже, два батончика. Похоже на аниме. Ага. Так, батончик Супер 39 рублей и шокобатончик 34 рубля. Ну, недорого, в общем. Ага. Вот. Так, у тебя, Вадим, что расскажешь? Ну да, мы правда говорили про батончики, а тут ну ладно, шоколад. В общем, сначала у меня тоже не батончик, это... Шоки? О, прикольно. Это человек. Шоколадные палки из магазина Fix Price. Ничего себе. Потом зебра. О, я, кстати, пробовал, мне понравилось. И недорого стоит. Потом три разных цвета Good Mix. Интересно. И Аленка. О, это важно, важно, да, важный батончик очень. Наверное. Амаре. Амаре. Батоно итальяно. Мы сегодня будем есть амара. Значит, тоже супер. А, ну... Только в другом формате. А, ну я понял. Это важно. Это важно, да. Вот ярче. Батончик с... С... Батончик с семенами подсолнечника. Это ты когда-нибудь ел батончик с семечками? Да, Сникерс с семечками есть. А, ну да. Обыкновенное чудо. Я не знаю. Почему оно обыкновенное? Не знаю, потому что обыкновенное, потому что это Тёма Захаров. Я понял. Нифига ты тут не купил. Ха-ха, хреново утка. Хруткая. Да, я думаю, это так расшифровывается. Может, хрустящая утка, может, нет. И вторая хрутка? И вторая, но с другой начинкой. Я вот, если честно, я вот из этих всех знаю Аленку, Чудо и Зебру. А, и вот этот знаю батончик, но да, я вот не пробовал его. Маршмеллоу. Маршмеллоу? У нас место кончается. Ничего себе, ты скупил весь магазин? И микс-бар. Отлично. С какао, молоком и криспи.
И да. еще один микс-бар. С печеньем и карамелью. Походу у меня сегодня будет повышение сахара. В крови. Ну да. Оба. А еще мы забыли вскипятить чайник. Поэтому будем ждать, пока он закипит. Ништяк. Ты, Максим, какой чай любишь? У меня есть черный горький, черный мятный и три черных кислых. Гринфилд. Эллар Грей, да он? Да. На нем такая красивая картинка с каким-то озером. В лесу. Да. И я буду. Но он вкусный. Да? Я буду черный горький. Ну, сейчас попробуем. Во. Я думаю, надо этот. Надо, чтобы. Кто там? Туда, внизу. Пожалуйста. Спасибо. О, очень хорошо. Пожалуйста. А я думаю, что. Что я думаю? Что кто смотрит это видео, да. должны обязательно нажать подписаться, поставить лайк и написать в комментарии, что бы вы хотели увидеть в следующий раз. Ну, когда мы что-то пробуем из еды, можете, ну, в комменты пишите, мы выберем. Вот, и попробуем обязательно, да, Вадим? Ну, сейчас нам напишут, чтобы мы попробовали омаров. А, я понял. Или этот, сюстрюм. Да. Желательно просроченный. Да, да, да. Не герметичный. Вот, и, кстати, в этом. В Японии открыли кафе. Уже страшно? Да, да. И там этот, будут людей кушать. Целиком? Не знаю, но будет мясо людей. Ну, такая нормальная новость из Японии. В общем, они этот, они люди, которые, ну, хотят, короче, пишут заранее бумагу, что после смерти угу. вы можете меня отдать в этот ресторан. И, естественно, им за это он получает, семья его или кто там, деньги за это. Ну да. Вот такая вот интересная история. Знаешь, что, Вадим, я хочу попробовать больше всего? Я надеюсь, шоколад. Вот это. Ну, давай. Сейчас мы... Сейчас мы обожжемся. Опа. Такие трубочки. Сейчас покажу, как они выглядят. Можно, в принципе, какие-то палочки с шоколадом. Идут. Типа. Так, я буду, наверное... По чуть-чуть есть, потому что сложно с этим всем объемом справиться. Да. У нас сегодня будет дегустация. Прикольно, кстати. Я бы купил. Да, я бы тоже купил. Собственно, я и купил. А, тут еще и арахис есть, представляешь? С трудом, но представляю. В общем, вкусно. Вот это вкусно. Окей. Спасибо. Чай растворяется. Так. Давай вскроем шокозавриков. Шокозавриков? Ну давай, сейчас главное, чтобы это. Ты, я сейчас буду вскрывать пакет. Ты, если что, если они побегут, этот, лови скорее. Опа. Хорошо, вроде не бегут. Слушай, мы будем пробовать все цвета?
Мне кажется, они одинаковые, просто пачки разноцветные. Тягучая мягкая карамель и Криспи. Тягучая мягкая карамель и Криспи. А, тут то же самое. И тут то же самое, хорошо. То есть это вам не Wagon Wheels, тут все более или менее похоже. Ну да. Шкозаврики. Ладно. Может быть, один на пополам. Я думаю, нужно его разделать. Да. Лучше один вот так. Да, согласен. Отлично. А то можно будет потом не выдержать. Так, ну интересно, тут вафли внутри. Такие беленькие. Типа Артек. А вон смотри, там еще внутри прослойка какая-то. Вот, вот, это вот карамель. А, вот, карамель, да, здесь есть. Да, сверху шоколад и воздушный рис. Ну. Я бы купил. Купил бы? Да. Причем это вообще дешево. Вот это, вот это и вот это 270 рублей. Вот в этой пачке полкило только. Так, знаешь, что, Вадим, я хотел попробовать? Больше всего мне здесь интересует вот это маршмаллоу и вот это Good Mix. Их три штуки. Кстати, Good Mix — это интересная вещь. По акции она стоит по таке 40 рублей, а без акции 60. Но в красном и белом она стоит 39, то есть даже 35, по-моему. Блин, нормально. Так что за шоколадом можно пойти в красное и белое. А что, вкусы здесь, ну, они тоже? Тут вкусы разные как раз таки. Давай скрывать, смотреть. Кушать. Опа. Криспи куки. Хрустящие печенье. Все-таки кроме сникерсов и марсов, есть что-то такое интересное. Да, ну внутри тоже вафли. Больше шоколада. Это, наверное, помнишь, такие шоколадки Темпа были? Ну, не знаю, я был очень молодым. Давно-давно. Шоколад типа амаретто. Неплохо. Вообще неплохо. Да. Так, ну что у нас здесь еще? Угу. Это значит, с этой стороны то, что мы победили. А с этой стороны, что еще нужно победить. Да. Ох, тяжело. У нас чая-то хватит, ты как думаешь? Я не знаю. Давай этот маршмеллоу попробуем. Давай. Соленой карамелью в молочном шоколаде. Из магазина Пятерочка. Сколько стоит? 38 рублей. Вот так выглядит. Вот. 38 рублей. За что? За что ты отдал 38 рублей? Да. Я принципиально не хотел платить больше 50. А, я понял, понял. Опа. Потому что я принципиальный ну, в общем, принципиальный я. Но тут действительно маршмеллоу, которое так вот... Ничего себе, да? Раздавливается. О, смотри, там внутри карамель, прикинь. Да. Вот, смотрите, ребят. Жесть. Сейчас оттуда что-то выйдет. Да. Не очень вкусно и аппетитно выглядит. Интересно.
Спасибо. Такое ощущение, что чью-то попу съел. Ну, Но она вкусная. Но с сахаром. Да. Ну так, прикольно. Да, ну что делать? Маршмеллоу. Маршмеллоу, да. Так, что здесь еще есть? Вот это. Давай попробуем. Давай. Амара. Сейчас мы будем кушать амара. Держи, Вадим. Да. Так легко открывается. Абсолютно гладкая. Ага. Выезжает. И хрустит. Хрустит, потому что там опять внутри вафля. Да, в этом смысле как-то фантазии не очень много у производителей. Может, это и хорошо. Внутри вафля, прослоенная шоколадом. Шоколадная вафля и сверху облитая шоколадом. Да. Похоже на... Как это называлось? Темпа. На торт причуда. А-а-а. И вот, по-моему, уже нет. Да, да, да. Оно есть. И вкус такой кофейный. Угу. Хотя называется топленое молоко. Ну, почему бы и нет? Ну, прикольненько, да? Да. Надо вспомнить, где я ее взял. Амар. Мне кажется, это был... Черт его душу знает. Получается, ты был в пятерочке? Да, вот, видимо, в ней я и был, и стоило 30 рублей. Ну, недорого. Я открываю... Мне вот интересно сейчас вот это вот. Да, давай. Пачка супер называется... Тут полкило, короче. Да, у нас здесь несколько, как это, представителей марки КДВ. Одинаково. Из Новосибирска. Да, вот Супер, Зебра. Почему из Новосибирска? Ну, если я ничего не путаю, потому что они из Новосибирска. Угу. И... Сейчас я все найду. Вот так выглядят батончики. Они да. Такие маленькие. Небольшие. Ну, изготовлены они в Воронежской области. Угу. Ладно, в общем, это наша марка. Ну, тут практически все наши. Да. Держи. Здесь что-то непонятное внутри. Ну, скорее всего, нуга. По-моему, это... И мягкое. Да. Скажем, это почти как батончик, названный в честь планеты. Красный. А, тот самый. Да. Я понял. Мне кажется, тот самый вот этот батончик. А их может быть несколько. Хотя здесь по картинке вообще другое. Но вот это, да, похоже на то, что ты говоришь. Он прикольный. Угу. В нем нет орехов и вообще ничего. Он весь мягкий, но его хочется еще съесть. Ага, прикиньте, 500 граммовая пачка просто. Чё, да. Я хочу вот это. Ну давай. Я хочу это всё кушать. Много всего красно-чёрного. Сегодня привезли. Опа. Опа. Так, что здесь у нас? Шоколад и орехи. И карамель.
Причем здесь нету вафли. Все залито карамелью к... Ну да, наверху. Выглядит вот так. Или туда показать на ту камеру. Ну так, в общем, выглядит, ребят. Ну. Все это прилипает к зубам. Знаешь, что мне напоминает? Ириску. Да. А где ты его взял? Вот это в магазине, да. Ну, да. В магазине, да, там очень мало было батончиков вообще выбора. Ну, что-то вот такого вот неизвестного, да. Получается, я нашел только там этот батончик. И который мы, наверное, уже пробовали. И он с фундуком. И вот вкус, да, лесного ореха тут есть. А, интересно. Вот, вот эту я вроде купил еще. Mm-hmm. Кстати, прикольно. Вон. Одна. Да, на рис похоже очень. Попробуем утку. Крутку? Да, утка делается компанией Nestle. Ничего себе. Утка выходит. Содержит молоко. Без красителей и консервантов. Потрясающе. Утка. Хрустит при нарезании. Содержит внутри вафли. Ну опять, да? Вкус кокоса, воздушного риса. Ну и как тебе? Но по мне нет. Честно говоря, как-то не очень нет. По мне кажется, что это, да, шляпа. Это просто хрутка. Короче, хрутку мы это... Это мы еще не пробовали. А, так это две разные, что ли? Да. Узбагойся. Окей. Вон сколько шоколада тут. Уже набирается. Ну да. Мне знаешь, что интересно больше всего из всего? Вот это. Ну давай. Поехали. Так. Во. Смотри. Смотрю. Ничего себе. Разрезал. Двойная радость. О. Так выглядит. Включаешь плей, все. Шоколад поехал. Да. И внутри печенье. Ну, и карамель. Очень удивительно. И шоколад. Ну не вафли. В коем-то разе. Ну это подобие этого. Ну, ты понял, чего. Ну, да. Которая две палочки. Но, по-моему, здесь шоколад не такой интересный. Согласен, но... Грубо говоря... Карамель молочная. Ну, похоже, да, но не то. Похоже, но не то. Ну, что ж... Но не сказать, что они вкусно. Вкусно. Да? Давай, Вадим, выбирай, что ты будешь. Ну, давай попробуем еще один good mix. Давай. Соленый арахис. Good mix. 46 грамм. А, кстати, Good Mix мне понравился. Прикольно.
Да. Но если покупать в том магазине, где он по приятным ценам, ну, выглядит точно так же. Вафли, прослойка, шоколад. Мне показалось, что в основном, ну, практически ничем не отличается. Ну, да, он не сильно соленый. Может, это и хорошо. Так, вот, давай сразу вторую Good Mix попробуем, сравним. Третью уже. А, третью, да. Сравним, как есть разница во вкусе или нет. Соленая карамель. Так, я не знаю, что написано. Да. Соленая карамель. Масса 44 грамма. И внутри такая же, Ну да. как и снаружи. Это сильнее хрустит. Да. Но вкус такой же. А нет, вот что-то соленое есть на послевкусие. Есть. Но все-таки разница есть между, но вкусные такие штучки. Да, соленая карамель мне больше понравилась. Наверное, в первую очередь соленая карамель, во вторую синюю с печеньем, и в третью вот пусть будет это оранжевая. Так, ну, что Это я еще? пробовал, это я пробовал. Это я тоже вроде бы пробовал. Но вот мне вот это, кстати, нравится. Он недорогой, зебра. Да. Вкусный. Интересная форма. Твердый такой. Куски орехов прям. Ну и куски вафель, соответственно. По-моему, в нем есть изюм. В этом случае он тут нарисован. Что есть реально? Виноград сушеный, резаный. Ничего себе. Да. Оригинально. Вообще. Вкусно. Я сейчас Аленку открою. Ну, это просто не батончик, это просто шоколадка. Я даже не могу понять, что это внутри. Аленка. А я тоже не могу. Написано, что это молочно-злаковая начинка. Ничего себе. Ну, не знаю. Может, молочно-перловая. Не знаешь, что какой-то вот напомнил какой-то вкус из детства. Вот эта шоколадка. Может, конфеты какие-то такие раньше были. Не знаю, конфеты «Ласточка»? А, точно, да. Похоже на конфеты «Ласточка». Не самая приятная ассоциация, честно говоря. Мне кажется, эти конфеты нужны, чтобы закусывать ими крепкие напитки Возможно. прозрачного цвета. Аленка. Так, ну что, это ж супер опять. Да. Давай его пробовать. Все будет супер. Да, если у нас не кончится чай. Согласен. Раз. Смотри, он на ножик даже прилип. Да, ножик не справляется, ножик потом придется точить. Смотри, то же самое. Ну да, просто. Составляющая. Просто побольше размер. Побольше кусок. И, скорее всего, стоит намного дороже. Стоит он 13 рублей. А, ну тогда дешево. Не, ну смотри. Если таких батончиков. Давай считать. Да. Давай посчитаем.
Здесь у нас 40 грамм. 40 грамм. Умножай на... Подожди, что надо умножить? Здесь 500 грамм. Сколько стоит 500 грамм? Вот этого я не знаю. Ну, в общем, это... В общем, это... x равно 500. О, нет, 270 раздели на 3. 90. Вот, примерно столько стоит эта пачка. Хорошо, значит, 500 грамм за 90 рублей. Да. А здесь 40 грамм за 13 рублей. 13. Не очень выгодно. Ну да, согласен. То есть ты можешь сразу пачку взять себе. А кто-то, может, берет их, скрывает и поштучно продает. Да. Так, ну что у нас тут еще осталось? Еще одна хрутка. Да, тебе какой чай налить? Я пока еще Вадим не допил. Что ж ты не допил-то такой? Давай допиливай. Еще пока не допил. Во, прилипло. Ножу шоколадка. Да, у меня ярлычок оторвался. Ну, это ж хорошо. На счастье? Да. Хрутко. Да. Как думаешь, Максим, это все будет интересно смотреть? Я думаю, нет. Ну ладно, все равно у нас еще 5 батончиков. Если честно, уже объелся, это тяжело, блин. Мы столько шоколада уже съели. А сколько еще не съедим? Ну еще нам надо победить 5 шоколадок. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Ладно, возьмем маленькую. Давай. Микс-бар. Микс-бар, батончик с печеньем и карамелью. Кстати, сколько сейчас чудо стоит вот это в магазине? Что-то тоже в пределах 50 рублей. Потому что я за эти пределы не выходил. Ну, то есть ты брал батончик, который стоит меньше 50 рублей. Да. 44 рубля. Не, ну она чудо, она вкусная, конечно. Ну да. Чудо, она вкусная. Микс-бар оба по 13 рублей. А, ну вообще дешево. Да, в пятерочке. Давай сразу две открывать. И вот тут как бы сэкономили на шоколаде. А, вообще отлично. На печеньку налили чуть-чуть шоколада. Не, ну и цена недорогая. Ну да. Не, ну если сравнить, если ты берешь какую-нибудь упаковку, да, с печеньем в шоколаде, она у тебя будет дешевле, чем поштучно. Ну вот куда можно пойти за шоколадом, Максим? Вот это где было? Светофор. Значит, там у них светофор. Там у них, кстати, много такие, знаешь, вот такие пачки прозрачные, 500 граммовые, там конфеты разные, там, ну. Значит, можно пойти в светофор, можно пойти в красное и белое, можно пойти в магазин ярче, если он у вас есть. Ну да, в светофоре там много выбора всяких шоколадок и конфеток и печенек. Ну и в принципе неплохо, да? Да. Так, у меня кусочек. А вообще неплохо. Ну, печенье с шоколадом просто. Мне печенье нравится. Печенье понравилось, понял. Так, ну что, давай эту. Уже хорошо, хороший шоколад. Я уже
Если честно, не особо понимаю разницу. Ну ладно, давай достраивать башню. Да. Осталось чуть-чуть. Осталось немножко. О. Берем это. О. Какая интересная расцветка. Ага. Мне кажется, поменьше кусочки лучше отрезать. Это сейчас. Давай вот так вот лучше. Опа. Так, опа. Это можно обожраться просто. Ну давай. О, смотри, там что-то интересное внутри. Да, там карамель, нуга, орехи и сверху шоколад. Ну да, прикольно. И все это тянется. Но я думаю, многие это ели. Потому что... Ну это же не оригинальный степ, нет? Да нет, обычный золотой степ. А, ну то есть это все-таки степ. Да. Я понял. Ну просто у них хорошо получается. Башня достраивается. Да. Знаешь, такая игра есть, я не помню, как называется. Там типа берутся доски вот эти, и люди по очереди, короче, строят из них ну какую-то возвышенность. По-моему, Дженга. Дженга или Дженга. И вот, и когда, короче, ну, на том человеке, на котором она разрушится, эта башня, тот проиграл. Ну, в общем, это и в строительном подряде точно так же. Ну да. Они ладно, там... желтая или белая, Максим? Красная или белая? Нет, красная или белая? Синяя. Давай синяя. Вот эту ярче напоследок оставим. Да. Опа. Немножко отломилось. Ну чудо. Да, нафлис наполнителем. Я думаю, все эту шоколадку знают. Это, мне кажется, в ней много сахара, даже на фоне того, что мы съели. Да, согласен. Прям перебором. Даже мне показалось, что шоколадки некоторые вкуснее будут, чем чудо вот это. Слишком сахара, да, много. Ну да. Прям отличается конкретно. Ну что там еще у нас? Последняя шоколадка. Надо, главное, с ней справиться теперь. Хрустит. Самое главное, чтобы хрустело. И в ней семечки. И хотя, орехи. По-моему, в ней орехи, а не семечки. Но это орехи. Да, значит, я купил с орехами. Хотел с семечками. Ладно, что было. Вот так вот выглядит внутри. Значит, семечек нам не достанутся? Опять без семечек. Ну ладно. Шоколад с орехами. Но очень вкусный. Но вкусный. Сильно тянется, долго жуется. Ну вот, мы сыграли в джангл. И никто не проиграл. Я проиграл. Так, ну чё? Ну что, про магазины мы высказались? Какие итоги? Не до Twix? Ну, я думаю, вот это вот. Ну да, вот нам это. Нам нужно вот это. Ну и, кстати, знаешь, что неплохо? Вот это ярче неплохо, блин.
принципе, нет? Неплохо, и стоит 13 рублей. А, ну да, вот. А это сколько? У меня она тоже вроде недорогая. Да, правда, я ее купил в дорогом магазине. А, ну видишь, тут еще от магазина может... Да. Зависеть. Ну, стоила она там 27 рублей. Mm-hmm. Я думаю, можно было и дешевле. Ну, скорее всего, да. Тоже Woodmix. Неплохо. Да, ну, это нужно искать со скидкой. Ну да. Так, и что еще? Чтобы еще выделить из этих всех шоколадок. Шоколадок. Вот это может быть, нет? Или не очень? Это можно купить. Ну да, за 90, за 90 рублей. Так, ну, в принципе, мне кажется... Это тоже хорошо на вкус. Даже несмотря на то, что тут три одинаковых вкуса в разных цветах. Но мне понравилось. Вот это, наверное, дорого. Палочки. Ну, с учетом веса дороговато. Их там всего, там, может, штук 7. Да, но стоили они тоже так себе 30 рублей. Ну, вкусно. Ну, в общем, ну что, ребят, получается, вот эту шоколадку заценили. Шоколадку ярче. И зебру. Ну, все неплохие, в принципе, шоколадки, но вот эти самые такие, ну, больше понравились. Да. По вкусу. По вкусу вкусно. Отлично. Да. Пишите в комментариях, что еще осматривать. Обозревать. Обязательно поставьте лайк. Вот, не поленитесь, нажмите палец. Что еще вам сказать? Ну... Подписывайтесь еще на канал. Обязательно. Подпишитесь за наш диабет. Ладно, все, всем пока. Счастливо.